Ребята, а перед роликом я хочу сказать то, что это видео было перезалито на YouTube. Да, ребят, YouTube почему-то удалил этот ролик. Я не знаю почему. Все, что вы должны сделать, поставить много лайков и написать много комментариев. Вы знаете, что бывает с перезаливами. Ну а так, я вам пожелаю приятного просмотра. И всем здорова, чуваки! С вами по-прежнему Бравлер Зефир. И сегодня я буду играть в Бравл Старс, как вы уже поняли, конечно. И, в общем, перед тем, как мы начнем играть, давайте откроем сундуки. Ну и нового персонажа, логично. И давайте начнем с персонажа. И у нас самый обычный персонаж Булл. Ура! Да. Так, квесты открываем еще. Ну, как обычно. Квестики. Теперь я быстрее буду копить на разные сундуки. Ребята, а прикиньте, кто-то выпадет. Давайте проверим. Выпади. Блин, ничего не выпало. Была бы интересная серия, если бы еще что-то выпало. Но ничего страшного, ведь у нас есть сундук. Если тут что-то выпадет, то я удивлюсь. Готовы? Давайте, на счет три. Раз, два, три. Вау, круто, ничего не выпало. Ух. Так, ну, скины. Ого. Ладно. Так, давайте погоняем за Була. Логично, новый персонаж, новая игра. Давайте, так, ух ты, боже мой. Боже мой, они хотят, чтобы я Бравл Старс удалил. Ну реально, смотрите, какие-то страшные смайлики. Допустим, Шелли. Гляньте, какой страшный смайлик. Ну ладно, нормальный смайлик, нормальный. Кольт. Тут тоже страшный смайлик. Булл, тем более. Роза. Вот такой себе смайлик, тоже страшный, будем думать. Так, какие у нас квесты? Фу-ху, 6 раз выиграть с Буллом, ну окей, победить 2 врага 24 раза с бойцом Буллом, ну окей, выиграть бой 6 раз с бойцом Буллом, боже мой, бедный Булл, тебе придется сегодня тяжко поработать. Так, давайте испытаем страшный смайлик. Ух, боже мой! Ага. На-на-на-на-на, я победил. Так, ладно. Ребята, кстати, если вы не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. Потому что видео выходят каждый день. А ваша подписка может решать все, стараться ли мне больше или вообще не стараться. Все зависит от вас. Бо я, блин, монтирую видео, стараюсь, а эти видео практически никто не смотрит. Вообще, мало людей смотрит эти видео, понимаете? Угу. Ребята, кстати, я прошу таких людей, которые спамят, пожалуйста, перестаньте спамить. Ну, просто некоторые люди там спамят в комментариях. Кто не понимает, спам это когда, типа, пишешь такой, типа... Подпишись, пожалуйста, на мой канал, типа, и так далее. Типа, куча таких людей, понимаете, которые у меня под видео пишут какие-то... Куча таких людей, которые спамят в комментариях, понимаете? Пожалуйста, хватит спамить. Я игнорирую такие комментарии. Если вы надеетесь, то, что я не буду игнорировать. Нет, я игнорирую такие комментарии. Не надо такое писать, потому что я эти комментарии игнорирую. Ладно, ну а я сейчас к вам вернусь. Ребята, кстати, смотрите. Когда выполняешь квесты, а у меня тут много квестов. Короче, ребят, смотрите, тут... Гляньте, много квестов, которых я выполнил. Ну, ребята, сейчас я их полностью выполню и вернусь к вам. Раз, два, три. Короче, ребят, я почти все выполнил. 4 квеста, вы понимаете? И сейчас заканчиваю все делать. Ну, в общем, все. Я уже все квесты выполнил. Так, и... 7 сундуков, вы понимаете? А, ну, 6 сундуков. И один из этих сундуков мегаящик.
Ну что ж, ребят, а перед тем, как я начну открывать, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и не забывайте про колокольчик. Ну а мы поехали открывать. Я уверен, что нам что-то и должно выпасть с этих сундуков. Вы понимаете, сколько тут сундучков? С мегаящика точно должно что-то выпасть. Ну что, готовы? Если да, то жмите лайк, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы никогда, никогда не пропускать новых серий. Поехали! Да! 6! Простите, если вы оглохли. 6, ребята, 6 предметов! Все, это победа. Ну, вроде гаджетов не должно выпадать, поэтому... Ребят, а на этом моменте поставьте на паузу и напишите в комментариях, как думаете, какой бравлер может выпасть. Я думаю, Барли. Поехали. Поко! Ух, круто! Ух, Поко! Да, ура! Спасибо. Так, ну, это еще не все, у нас еще есть сундуки, да. О, можно наперед забирать, спасибо. Так, давайте... Тут откроем... Я сомневаюсь, конечно, что что-то выпадет. Но если выпадет что-то, то тоже будет хорошо. Ну, ничего не выпало. О, кстати, тут еще квестик. Ну как квестик? Новое задание. Новый режим. А, мясорубка. Роборубка. Ну ладно. А, тут еще очки силы. Сейчас. Поко. Ребята, я понял, на заставочку Поко теперь поставлю. Во. Так, ребята, кстати, я решил создать свой клуб. В общем, ребята, вот такой клуб. Зефирус и такая рожица. Это мое лицо, когда я создавал такой клуб. Ладно, ребята, в общем, такой клуб. Можете переходить в этот клуб. Название вы видите на своих экранах. Ну, и можете со мной по сети поиграть, если я, конечно, зайду в Бравл. Ребят, так же самое вы можете со мной по сети поиграть. Видео или не видео, смотря когда я буду видео записывать. Ну, а так, давайте создадим. Сейчас, может, значок выберем. Корона, все. Можем создавать самый крутой клуб в мире. Переходите, ребята, жду вас. Ребята, в общем, я вас жду, поэтому переходите. Вход бесплатный, вы можете хоть с нуля кубков зайти. Жду вас в клубе. Так же самое у нас очки силы. Давайте прокачаем... Розу, чё бы и нет. Да, Розу, чё бы и нет. Так, спасибо. Ну, давайте напоследок погоняем за Поко. Так. Боже. Ну, они хотят, чтобы я Бравл удалил. Ну, гляньте. Что это? Гляньте, ща. Давай. Ну, иди сюда. Ну, они хотят, Суперсел, хочешь, чтобы я Бравл удалил? Гляньте, какая страшная рожица. Ну, реально, ребята, может в шок упасть. Ну, что за... За смайлики такие. Ля-ля-ля. Орёк осипта. На. Так, иди сюда. Капец, какой-то слабый персонаж. На! Давай. Ты чё? Всё, крыса какая-то, блин. Всё за мной подбирает. Иди сюда, ты чё? Иди сюда. Куда? Чё радуешься? Да. Нет. Третье место, круто. Да. Ну, ребята, конец ролика. Если вам понравилось то, что все, что вам надо сделать, это поставить лайк, подписаться на мой канал, ну и нажать на колокольчик. Так, всем пока!